Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали. Да, несмотря на то, что иногда видеоролики у меня выходят немножечко не в удобном порядке, к сожалению, по-другому сделать ничего не могу, потому что мне не позволяет мое время. Поэтому как только я буду успевать, теперь и отныне я буду выкладывать, стараться ролики либо в среду, либо сразу после среды, ну или если не будет получаться, то чуть попозже, но я думаю, в общем, все будет нормально. Сегодня у нас очередное обновление StarTable Online, и это самое просто волшебное, имеется в виду не по сюжету, не по каким-то персонажам, а самое волшебное лично для меня графикой, потому что, дорогие друзья, сегодня у нас видео по обновлению осени. Конюшни Золотого Листа и вообще всей долины Золотых Холмов, даже карту обновили. И вы просто посмотрите на это, на эти деревья, кустарники, листья. Они абсолютно обновили, опять же, все, кроме текстур земли и зданий. О чем разработчики, в принципе, сами написали в своей статье, что обновление будет происходить точно так же, как происходило с Серебряной Поляной. Вначале обновились деревья, и то даже не все. Но здесь вроде бы я пробегала все, вроде бы обновились деревья. Потом они обновили текстуру земли, и потом потихонечку начали обновлять некоторые здания, и которые даже до сих пор еще не все обновлены. Теперь вот так вот выглядит конюшня Золотого Листа, и это очень классное место, мне нравится, что в принципе, кроме того, что тут как бы золотые, тут еще такие необычные фиолетовые листья, а для меня фиолетовые листья это просто сразу напоминание о Варкрафте, Тальдрасиле, Лес Ночных Эльфов. Ну, вот у меня такая ассоциация. Да, они даже вроде бы... Нет, анимацию листочков я не помню. По-моему, они не обновляли. Но все равно очень все классно выглядит. Вы посмотрите, они даже уже... Ой, меня подкинуло. Они даже обновили деревья, растущие именно в городе. И... Вообще, я никогда не замечала, что город, рыбацкий поселок вообще, что он такой красочный настолько. Просто посмотрите, ты уже едешь, ты видишь впервые эти деревья и не замечаешь всего остального. И если честно, по-моему, тут вообще некоторых деревьев не было. Были они тут вообще? Нет. Вот этого дерева тут точно не было. Ну, в общем, благодаря тому, что разработчики добавили до сюда деревья, это место стало более живым, более классным. А, смотрите, тут даже кустики около колодца. Это так классно. Так что я в полном восторге от этого обновления. Мне оно очень нравится. То есть, да, мне всегда нравилась локация осень. Алды поймут, это там со Спайра, игрушка про дракончика, там была такая локация, осенний лес, и там, правда, было мало деревьев, но вот мне, в отличном в ССО, именно эта локация напоминает о осеннем лесу в Спайра, и сейчас оно напоминает мне это еще больше. Да, как приятно часов около 9 утра встречать вообще игроков в этой местности. Просто я просто не могу. Мне теперь здесь нравится еще больше, чем до этого. Хотя, если когда в общем, если лес назывался Золотой лес, Долина Золотых Холмов, то тут и вправду все было золотым. Но сейчас. Кстати, да, смотрите, вот тут текстуры вроде бы уже, да, они вот тут обновили текстуры рок, травы, камня, да, и посмотрите, да, это теперь, правда, не похоже на тот самый золотой лес, который был весь вот такой желтый, практически весь, еле-еле отличавшийся по оттенкам цвета листьев. Ну, вот сейчас это вот я просто смотрю, я понимаю, что это настоящий живой лес. Деревья разных размеров, разные окраски, то есть, несмотря на то, что тут, в принципе, всегда осень, до этого все выглядело так, как будто тут постоянно осень. Но сейчас это выглядит так, что тут просто растить колористика растений данной местности очень похожа просто на осень, хотя на самом деле они просто тут такого цвета всегда. Смотрите, тут даже тыковки растут. О, фотографии с Хэллоуином. Можно прямо здесь будет делать с этими тыковками. Теперь здесь очень приятные лучи света и туман. Здесь такие
кажется не каким-то таким влажным, а теплым. Просто я заехала, мне сразу так тепло стало, потому что за окном лично у меня холодно. Кстати, обновили ли они грибочки? По-моему, да. Да, по-моему, они грибочки обновили. Господи, это так мило. В общем, я лично в восторге от этой локации. Смотрите, тут еще и такие тыковки все есть. О, так классненько-то как. По-моему, им осталось еще обновить, значит, почву на золотой конюшне, но я могу ошибаться. Значит, вроде бы, да, текстуры, препятствия они уже обновили. И осталось им, получается, обновить здание. Ну, ребят, честно, у меня просто нет слов, я в восторге. И обычно осень это что-то холодное, но теперь я знаю, что если в игрушке мне будет очень-очень холодно, я приеду в этот лес, и тут такая теплая атмосфера, это очень греет душу и сердце, особенно когда в реальности ты сидишь укутанный в пледик за компьютером, и тебе холодно. Да, извините, что говорю в нос, потому что у меня время года август, а за окном у меня осень, и это ни капли неприятно. Так, ну это, кстати, не все изменения на сегодня, поэтому давайте проедемся, точнее, я доеду, и мы увидим, что же еще обновилось, кроме осеннего леса. Да, я тут заехала, кстати, вот еще на тыквенную ферму Джаспера. Посмотрите, тут появились такие милые грядки, потому что до этого тут вроде бы стоял каменный забор. Теперь же тут растет эта картошка. Вроде бы это картошка, да, это картошка. Вот тут еще тыковки так и остались. По-моему, только некоторые изменились, и вот ящики добавили новые. Вот это вечно стоящие виллы тут так и остались. Да, я просто хотела вам показать, потому что я сама этого не видела, а тут опа, но увидела, так что все. Теперь мы можем ехать дальше. Кто-то его искренне ненавидит, кто-то относится к нему с полным пофигизмом. Я же к нему отношусь совершенно нормально, и тем не менее, большинство тех людей, кто играет в ССО, он просто их бесит. И внимание, обновление еще коснулось и всеми известного Джеймса. Да-да, тот самый Джеймс, который раздавал нам все наше юношество в Star Stable, задания, посылал нас куда-нибудь с каким-нибудь поручением. И теперь посмотрите, мальчик вырос. Просто, если, к примеру, кто-нибудь из детей сейчас где-нибудь откопает игры по звездной подкове, пройдет все это, и он увидит, что это Джеймс, я думаю, они теперь не поймут, что это тот самый Джеймс. Может быть, кстати, Star Stable. Вы сделаете перевыпуск ваших игр? Сейчас все развлекаются тем, что делают ремастеры старых, просто запущенных игр, которые были любимы всеми, но сейчас в них уже невозможно играть, потому что ни техника не грузит, и найти их нигде нельзя. Поэтому давайте Star Stable, я хочу, чтобы вы перевыпустили всю линейку Звездной подковы, и глядишь, я смогу в нее нормально поиграть. Ну, в общем, да, теперь Джеймс выглядит так, у него типа короткие руки, но знаете, не все же нам быть идеальны, посмотрите, у него и шея такая вперед. То есть, в принципе, он сохранил свои какие-то черты, будучи старой моделькой. Например, что вот у него и вправду короткие руки, и у него не очень, вообще там не прямая была осанка. Так что не надо возмущаться, что у него короткие руки, что у него там ноги как-то по треугольникам стоят, а не ровно. Все мы разные на самом деле. Вот у кого-то, к примеру, длина бедер очень, как сказать, намного длиннее, чем длина голени, и поэтому это выглядит как-то тоже не айсово. У кого-то наоборот, у кого-то все нормально, но длина голени достаточно короткая, чем как бы хотелось бы, и поэтому человек вышел низкий, к примеру, как я. То есть, если посмотреть на меня, то я буду, наверное, как Джеймс, потому что у меня еще и телосложение такое, что я тоже чаще всего, когда стою просто чтобы держаться на земле, у меня тоже ноги вот так вот треугольником стоят. Ну, что делать? Вот такие у нас у всех телосложения. И да, давайте уже отстанем от Джеймса, потому что я знаю, многие его ненавидят почему-то. Я же к нему вообще отношусь нормально и... Ну, наверное, это просто моя особенность к тем, кого... Кто-то не любит относиться нормально, хотя, ну, ничего плохого он не сделал. А давайте теперь по обновлению поедем дальше. Встречайте мисс Криенс. Это музыка...
вокальная рок-группа, по словам которой самих разработчиков, самая крутая. Я же, если честно, ничего про нее не знаю, вообще впервые слышу. Ну вот, может быть, я что-то пропустила в игрушке, но тем не менее, я даже сделаю звук погромче и послушаем вообще их песню. А, нет, эта песня играет диджея. Сейчас как она называется? Да, ой, Тим, прости. Как она называется? Кира, Кара? Ты кто? Кай. Ну, я почти угадала, диджей Кай. Смотрите, кто танцует на танцполе свое со своей лошадью. Это Лусиана со своим конем. Это так мило. Так, ладно. Просто мне очень неудобно записывать, когда у меня все громко орёт. Потому что я без наушников, поэтому все, что тут заорёт, будет играть и у вас. Да, тут еще, кстати, смотрите, какие персонажи стоят. Тут вообще стоит Бак, потом... Кого я еще вижу? Слепая девочка. Да, извините, я не помню всех персонажей просто по именам, и мне это простить. Но, в общем, разработчики сейчас начали обильно делать, что в любых мероприятиях все всегда стоят какие-то NPC-шки, персонажи, которых мы уже знаем. Они у нас занесены по мере выполнения квестов в нашу энциклопедию персонажей. Вот. Так что, да, вот такие вот дела. Ну, в общем, еще суть в том, что тут открылся магазин, и он до 28 августа, то есть он закроется вместе с музыкальным фестивалем, который тоже до 28 августа. И тут очень классные вещи, на самом деле. Я их уже купила, поэтому тут, в принципе, остались только футболки. Ну, я, знаете, честно, так себе, что-то они меня вообще никак не цепляют. Они еще и короткие. Да, короткие? Да, короткие, что даже живот видно. Вот, но я купила себе маску. Я купила себе шорты. Я просто возьму и одену. Маска — это типа черепушка какая-то кошачья. Я не уверена. Я просто не понимаю, что это. Так. Надо снять шлемак, иначе я никогда не увижу, что это вообще за маска. Хотя я ее одевала. Это как бы, наверное, черепушка лошади, но это больше похоже на черепушку котика, и как будто я мертвая Hello Kitty, извините, конечно же, ну ладно. Да. Потом я купила, значит, вот шорты, вот такие вот очень понравились шорты, да, и опять кто-то сквозь камеру проезжает, да что ж такое. Вот, и я купила еще вот такие ботиночки. Вот прям вот увидела, просто сразу, не думая, нажала купить, очень... Нравится, очень радуюсь, и вообще классно выглядит все это. Да, поэтому можно уже все одеть обратно. Да сними ты с меня эту маску и вообще верни. Дайте ушки, что ли? А где ушки? А где ушки? Фу, я уже подумала, что такое? Что такое? Вот. Так что, если вам понравились вещички, которые в этом магазине, то бегите до 28 августа, скупайте все, что вам нравится, и давайте еще не забудем, что напротив стоит магазин фестиваля, в котором вы тоже можете купить кучу разных новых вещей, и тоже, которые работают до 28 августа, поэтому тоже бегите, покупайте, пока все это не унесли, в общем-то. И, кстати, да, кто не знает, ну мало ли... Скоро в Star Stable добавят, похоже, новых лошадей. Это будут андалузы, и я уже хочу безумно одного точно. Но я не могу решить, какого, потому что есть спойлеры в интернете, и поэтому, если вам интересно, я не буду вставлять никаких ссылок, никаких фотографий, просто потому что, в принципе, у меня, к сожалению, нет много времени на монтаж. Просто напишите на YouTube Star Stable Online или просто SSO Andalusian... или ССО Андалузы, и вы увидите спойлеры последние, и, ребята, они очень классные, я просто фанатею, весь мой клуб фанатеет от их свечки, как они ее делают. И, кстати, в следующую среду, то бишь уже совсем-совсем скоро, нас ждет тоже кое-что очень интересное. У Рин в Пурпурном Пони ожидается новое поступление классных костюмов.
Потом что-то Мэдисон утверждает, что дикие лошади на полуострове Южное Копыто хотят поиграть. На следующей неделе мы узнаем подробности. Это все, что написано на сайте. Ну, понятно то, что в Пурпурном Пони ожидается завоз новых котёмок. Это очевидно. И, значит, дикие лошади на полуострове Южное Копыто хотят поиграть. Я думаю, будут доступные задания какие-то с дикими лошадками на Южном Копыте, чтобы можно было типа с ними пообщаться, что-то в этом роде, но я ничего предсказывать не умею, я лишь просто обсуждаю и высказываю свое мнение. Так что спасибо вам, что сегодня посмотрели это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас есть какие-то предложения, намеки, или просто вы хотите сказать, что типа, о, Даша, я хочу там, у меня есть такая игрушка, не знаю, понравится ли она тебе, если понравится, сними по ней какой-нибудь обзорчик, или просто как ты по ней играешь. Да, вы можете, кстати, так сделать, если вы хотите, чтобы я сняла какое-то видео по игре, в которую я могу играть, а особенно если эта игрушка не тяжелая для моего компьютера окажется, то есть какая-то из простых игр. Или, к примеру, если ее можно скачать непрямым официальным носителем, то да, я могла бы играть в какие-то игры просто по одной части. Просто потому, что вам хочется посмотреть на мою реакцию. Поэтому пишите в комментариях, ставьте лайки. Спасибо еще раз, что были со мной. Ну, кстати, ой, с каждым днем подписчиков все больше и больше и больше. И я вообще очень радуюсь. Хотя я обещала, что, к примеру, когда будет 200 подписчиков, я куплю себе новый микрофон. Но у меня такое чувство, что 200 подписчиков наберется быстрее, чем придет моя первая зарплата. Я думала, уйдут месяцы, чтобы еще человек 20 набрать. Но нет, вы так быстро подписывайтесь на меня. У меня так много новых людей появляется, что я просто горю от восторга, что, о боже, ничего себе, скоро будет 200 подписчиков. Так что, да, не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. И теперь по полной программе еще больше кататься и наслаждаться территориями Star Stable Online. Так что... Всем пока, с вами была я, Даналия, и мой конь на сегодня благородный ангел. Всем пока-пока и удачи вам!